чтобы просить у богов обильный урожай и обильный скот. Потом это в римское время такой знак приобрел другое значение, стал знаком против дурного глаза. Вот почему это встречается очень много. Дом богатого горожанина. Богатая горожанка города Помпеи. Богатые дома. Вот этот дом ветхий, в котором был полностью восстановлен. Это баня, где простого народа устроили на перекрестках такие колодцы, где люди могли снабжаться водой. Мы там обозначаем, что это здоровье лучше любого золота. В это время проституция была очень развита. Здесь нашли много домов, публичных домов. Но богатые люди приглашали к себе этих девушек, не ходили по этим домам. А здесь графини, смотрите, это подлинные. Также в это время это царапали на стенах интереснее. А здесь написано имя этой одной проститутки, Эутики звали. Она очень красивая, но его стоимость, как у других, это две оси. То есть это самая дешевая бронзовая монета, стоимость двух мужчин дешевого венца. Тур, не увлекайся, это в Москве можно снять. Это сначала, особенно женщины, я хочу показать, это кухня. Там кастрюли, там работные кастрюли, там такие вещи. Они с конфликтами? Нет, отдельно.
потом это там помещение очень маленькое, поэтому я советую это стоять в озере по одному. Ой, смотрите, возродился. Все-таки, да, сюда носила. Однако ж. Женщина все сделает, если захочет. Нет, так не видно. А можно вот так вот отойти? Вот тут тоже что-то есть. Это порнограф, это всю жизнь. Порнограф. Да кто так говорит, то то же самое. Ой, ну что, ты все сняла? Подожди, ты мне что-то не движется. Чего ты испугал? В центре каждой стены это фрески изображают одну историю. Историю Минотавра, Тесея, Вакуса и Арианы. Налево вы знаете историю, не знаете начало. А там налево изображено это начало. Это Пасифай, княгиня Крыты, полюбила быка. Поэтому она попросила у деда сустроить ей деревянную карту направо. Это последняя сцена этой истории. И где нашел Вакус и жениться, и женить, не трогайте, пожалуйста. И для воды. Стилизованные, очень изящные, все подробности это расписаны. Вот это сцена Бакханала, шпорт винограда и виноделия. Вот это продажа вина. Вино держали в этих амфорах. А еще отсюда это выступали свинцовые лески, которые защищали от влаги это фрески. Это один из сохранившихся подлинных фонтанов. Мельница. Жернова. Для пекарни. А трубу. И роспись. Фрески. Все сохранилось. Фонтан из мозаики. Как прекрасно. Для детей, что ли? Ты ж маленькая. Знак нервного. Вот справа. Это справа. Торчится с кабинет венеролога и публичный дом.
Да, вечный город. Император закрыл амфитеатр и были запрещены гладиаторские игры, потому что была драка между жителями Нуцерии и Помпеи, было много жертв, это здесь устроили гладиаторскую школу, это с амфитеатром, а в этой площадке... Это очень круто. У нас самый сильный смысл древнего Рима, древней Италии. Это нечто. Ох, как здорово. Потрясающе. Да, потрясающе, да. Интересно, здесь наверняка играют спектакли, потому что он помост. Помост, правда, не важный он там. То есть, ух ты. Наверное, может быть, и происходит какие-то дни. Да. Мы находимся в древнем театре. Где играли пьесу Арбузова, Стрепуха, Замок. А вина попьет. Какая колоннада там. Прекраснейшая акустика. Стрелка указатель публичного дома. Да, мозаика вся сохранена, прекрасно. Осторожно, когда ящерка. Смотри, как ящерка. Раз, побежали. Жарко, мало. Мы покидаем Помпеи.
Алексей Максимович не хотел уезжать отсюда. Да. Соренто. Миша, ты панорама. Я сказал, что выходит. Мы долго не ждем. Наша гостиница. Соренто. А ты где кремельщик? О, они уже искупались, по-моему. Ну как? Вид с балкона гостиницы. Гостиница «Панорама». Вид Неаполитанского залива. Мы отправляемся на Капри, в Соренто. Путешествие на Капри. Thank you.
Я говорю, как мальчик, я не знаю, да. А здесь какая песня?